Владивосток, 25 января 2022 года. Парикмахерская какая-то. Старый дворик ГУМа. Thank you.
пожарная часть здесь находится. Отель Лотте. А здесь на кольце Суханова большая машина, грузовик не вписался в поворот и перекрыл все движение. Здание местного телевидения ГТРК Владивосток. Сквер имени Суханова. Елка еще стоит здесь.
светится. Театральный сквер. Сегодня Высоцкому исполнилось бы 84 года. В связи с этим возле памятника Владимира Семеновича сегодня будет концерт.
И мой корабль от меня уйдет. На нем должно быть люди выше сорта. Вперед смотрящий смотрит лишь вперед. Не видит он, что человек за бортом. Я вижу, мимо суда проплывают. Ждет их приветливый порт. Мало ли кто выпадает с главной дороги за борт. Па-па-па-пам, па-па-пам, па-па-па-пам. Па-п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 а
сверху видней, впереди же исход и земля. Вы матросские рубы, кровавые ваши мозоли. Не забудьте, ребята, когда-то на тех кителях. По сигналу пошел, оживают продрогшие реи. Горизонт опрокинулся, мачты упали ничком. Становись, становись, становись человеком скорее. Это значит на море скорее, становись моряком. Становись, становись, становись человеком скорее. Это значит на море скорее, становись моряком. Вот пришла лиха беда, уж ворота отворяю. Значит, пробил час, когда бабьи слезы высыхают. Значит, больше не станет ни утехам, ни нарядам. Коль семь бед, один ответ, так пускай до лучших лет наши беды будут рядом. Упадут 100 замков, и спадут 100 оков, и сойдут 100 потов с целой груды веков, и польются легенды из сотен стихов про турниры, осады, про вольных стрелков. Ты знакомым мелодиям ухо готовь и гляди понимающим оком. Потому что любовь — это вечно любовь, даже в будущем вашем далеком. Звон колопалась сталь под напором меча, тетива от натуги дымилась. Смерть на копьях сидела утробно урча, в грязь валились враги, о пощаде крича. Победившим сдаваясь на милость. Какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно? Когда я тебя на руках унесу, откуда уйти невозможно? Украду, если кража тебе по душе, для меня столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше. Если терем с дворцом кто-то занял, соглашайся хотя бы на рай в шалаше. Если терем с дворцом кто-то занял. Я спросил тебя, зачем идете в гору вы, а ты с вершины шла, а ты рвалась в бой. Метели брус, и с самолета видно здорово. Рассмеялась ты и взяла с собой, и с тех пор ты стала близкая и ласковая. Альпинистка моя, скалоласка моя. Кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Иисуса, кто ни во что не верит, даже в черта назло всем. Хорошую религию придумали индусы, что мы, отдав концы,
не умираем, нас совсем стремилась ввысь. Душа твоя, родишься вновь с мечтою, но если жил ты, как свинья, останешься свиньёю. Пусть косо смотрят на тебя, привыкни к укоризне. Досадно, что ж родишься вновь, да колкости гораст. Но если видел смерть врага еще при этой жизни, другой тебе дарован будет верный зоркий глаз. Живи себе нормальненько, есть повод веселиться. Ведь может быть в начальника душа твоя вселится. Только прилетели, сразу сели. Фишки все заранее стоят. Фоторепортеры налетели и слепят, и с толку сбить хотят. Но меня и дома кто положит? Репортерам с ног меня не сбить. Мне же неумение поможет. Этот шифер ни за что не сможет угадать, чем буду я ходить. Выпало ходить ему за дире. Говорят, он белыми мостак. Сделал ход с Е2 на Е4. Что-то мне знакомое. Так-так. Есть примета. Вот я и рискую. Первый раз должно мне повезти. Да я его дам молчу. За шатуру. Небо, только там. Надо что-то бить, уже пора. Чем бить? Работа. Пробовчил, вроде рановато. Неудобно, первое видео. А он мою защиту разрушает. Старый, единственный момент. Это что-то мне напоминает индопакистанский инцидент. Только зря он шутит с нашим братом. У меня есть мера, даже две. Если он меня прикончит матом, то я его через бедро с захватом или ход конем по голове. Я еще чуток добавил прыти. Все не так уж солнечно вблизи. В мире шахмат пешка может выйти, если привернуться к ферзю. Шифер стал по хитрости пускаться. Станет, пробежится и назад. Предложил турами поменяться. Но еще объявил меня не опасаться. Когда я лежу.